я хочу поблагодарить Лену, потому что я своего сына таким счастливым не видела очень-очень давно. Мою душу переполняет огромное счастье и гордость за вас, что вы стали семьей. Для нас сегодня с папой немного и грустный день, так как мы сегодня отдаем самое лучшее, дорогое и драгоценное, что есть в нашей жизни, тебе, Никита. Но мы спокойны, так как мы отдаем доченьку в надежные руки. Рутины в вашей жизни, чтобы у вас было много совместных каких-то действий. Шопинг, отдых, праздники, пикники, семейные альбомы.